значит, это судьба. Да, как же смеялась Светлана Журова, сидя на той крыше. Чулпан Хаматова и Роман Костомаров. Подождите, не отвлекайте мою актрису, а? Актриса, давай на точку, актриса. Выбрали шотландский танец наш. Ирландию. Шотландия? Я, видимо, не долетела еще у меня. Шотландия, Ирландия выбрали. Во всяком случае, так планируем. Мама! Голова кружит. Держи, держи. Потом ты уходишь в сторону. Ну что ты скажешь, ты не помнишь. Нет, я наоборот. Уровень. Это вообще ужасно. Да, 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 идти-то. Да, я стою и думаю, так, как это все? Ничего. Ну как, нормально, а что делать? Сейчас вспомним, сейчас вспомним. Чулпик, давай сделаем коленочку. Быстрее, Чул. Чулпик, дальше просто... Помнишь, да, ты из круга полетела, а нужно за мной. Ну, Чул, куда ты сходишь-то? Ну, куда ты бежишь, Чулпан? Раз. Заклинило? Ну, два всего, Чулпаш. Два всего. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай. Красная, правая нога, правая, все, вот она, вот. Ну все, уже поздно. Рисунок поздно. Мне очень интересно, чем это все закончится. Завтрашний. Так, эксперимент. Встречайте! Чулпан Хаматова и Роман Костомаров! В самом начале нашего проекта музыкальные темы были танцы народов мира. И именно ту композицию, которую катали тогда Чулпан с Романом, мы увидим и сейчас. Существуют разные критерии, по которым пары выбирают тот или иной танец для участия в полуфинале, а затем и в финале. Но вот с этим танцем в свое время пара Хаматова-Костомаров победила. Но я подозреваю, что фигуристам было не так просто определиться в своем выборе, ведь на их счету уже 7 побед в тот или иной соревновательный день. Мне кажется, что фигуристы справились с волнением, я уже отмечал, лидером, сильнейшим, совсем непросто. Да, номинации больше не существует, все пары продолжают борьбу, но право на ошибку...